Туристы? Да, отдыхать едем. Да, туристы. На природу? На нее. А, ну правильно, правильно. Природа все терпит. Давите ее, топчите. Ну зачем же вы так говорите? Ну что уж вы сразу-то давите. А я тебе так скажу. Вот нет у нас еще настоящей охраны природы. Нету. Ушами хлопаем, стеречь не умеем. Все на доверии. Ты вот ко мне на даче попробуй, сунься. Нет, вот ты сунься. Ага, не хочешь, потому что знаешь, у меня к каждой морковке ток подведен, это раз. Да. На каждой яблоне колокольчик валдайский мертвого разбудит, это два. В малине дох восточно-азиатский, неделю не кормленный, три. Вот так. Тесть, ветеран ГТО по стрельбе из лука. В крыжовнике с дробовиком окопался. Это уже 4 с плюсом. Да что там? Я клубни в земле колючей проволокой опутал. Вот ты и не хочешь сунуться. Вот. А что они творят? Как стерегут родную природу? Вчера со свояком рыбный день устроили. Леща глушить ездили. Так жахнули. Река вспять повернула. Затонувший трактор «Беларусь» колесами кверху всплыл. Правда, списанный. Рыбу потом в три грузовика еле распихали. А где дозор бессонный? Где? Наконец, гляжу, едут. Тук-тук-тук-тук-тук на пироге индейской выруливают. Хердалы. Штрафными квитанциями, как платочками, машут. Мотор у них звери. Мезозойская мощность, две комариных силы. Подарок Миклухе Маклая. Смех! Я как глянул, за голову взялся. Мать честная, с такой охраной, что рыбу берега растащут и воду выпьют. Жуть! Ты же дай своей охране катера торпедный, расставь в кустах мины рогатые, водоем проволокой забинтуй, кнопок канцелярских кругом насыпь. А, кто же тогда, какой дурак в воду сунется? Вот это я понимаю, защита природы. А ты гляди, что в лесу? Нам же зверье на голову село. В виде шапок. Воротник, как у меня, только в красной книге увидишь. А где охрана? Где заборы? Пропускная система? Где? Мол, что у вас, ребята, в рюкзаках, а? Нет этого. Кому не лень, в лес идут. Все подряд, как на Райкина. Я среди белого дня лося угрохал. Завтра ты, послезавтра в лесу одни муравьи водиться будут. Через 10 лет в зоопарке рога по клеткам развесим. Из подушек пух гусиный выпустим, чтоб детей зоологии учить. Такое сознательное поколение воспитаем, на комаров охоту закроем. А что с воздухом творят? Что с воздухом творят? Дышать уж нечем. Мы же сами скоро вверх животами всплывать начнем. У меня на заводе одна труба есть, Везувий. Самолеты курс меняют, чтоб пассажиров не заморать. Птиц живьем коптим. Деликатесом в Африку летят. Хоть пиво вдогонку посылай. А они приходят. У вас труба дымит. Хорошо, говорю, присмотримся. Через год опять. Дымит труба, примите меры. Уже занимаемся, говорю. А сам и думать-то забыл. Я в другом районе живу. Но они-то, они, говорильня одна. Если тебя охранять поставили, так ты оштрафуй меня, подлеца. Из моего же кармана. С работы сними, под суд отдай. Так я сам на ту трубу фильтром лягу. Она же у меня на второй день чистый кислород излучать начнет. Фиалкой задышит. Вот это я понимаю. Охрана. Ах, я же у себя в саду не успокаиваюсь. Капканы волчьи расставил. Зато красота какая. Душа поет. Не войти, не выйти. Хочешь, в щелку покажу? Вместе порадуемся. Хочешь, если ров переплыть сумеем? Листья желтые над городом кружатся, с тихим шелестом нам под ноги ложатся. И от них уже не спрятаться, не скрыться. Листья желтые, скажите, что вам снится. Уважаемые граждане-пассажиры, наш электропоезд прибыл на станцию «Конечная». При выходе соблюдайте порядок.
Не оставляйте в вагонах необходимые вам предметы и вещи. Бригада нашего электропоезда желает вам хорошего отдыха. Скорый поезд набирает ход. Ах, как жаль, что этот день кончается. Пусть бы он тянулся целый год. Скатертью, скатертью был и путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому